Рейтинг популярности Трампа вновь упал. Только 35% американцев одобряют работу Дональда Трампа. На популярности президента США отразилась стрельба в школе в штате Флорида. Рейтинг популярности президента США вновь снизился. Деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют только 35% американцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса CNN. Телеканал отмечает, что на популярности главы государства отразилась трагедия, произошедшая 14 февраля в школе в штате Флорида, где ученик расстрелял 17 человек. Результаты опроса показали, что 54% респондентов не одобряют позицию Трампа в отношении контроля за оборотом оружия. За ужесточение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в США, выступили 70% опрошенных. Что касается поддержки республиканцев, то деятельность Трампа одобряют 80% однопартийцев. Лишь 5% демократов позитивно оценивают его работу. Опрос был проведен с 20 по 23 февраля. Трамп занял последнее место среди президентов США. Напомним, в декабре 2017 года популярность Трампа достигла минимального значения – 32% со дня его инаугурации 20 января. Однако после объявления налоговой реформы в январе число поддерживающих президента США повысилось до 40%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.